родителям и детям помочь. В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи развития проводятся курсы в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Проект включает в себя тренинги, лекции и консультации для родителей и детей. Центр развития функционирует на протяжении 10 лет. В штате специалистов есть и медики, и соцработники, и учителя. Они сопровождают детей с особенными образовательными потребностями и проблемами здоровья. На данный момент новые оздоровительные программы проводятся за счет грантовых средств, полученных в 2019 году. Мы уже освоили средства гранта за 2019 год. Это было 7,5 миллионов. В рамках этого проекта мы оказали 20 тысяч услуг. У нас работали 60 специалистов. Все специалисты прошли специальное обучение по дополнительной программе. На момент визита нашей съемочной группы в центре символично дали старт тематической недели нацпроекта образования. Представители Минобра будут проводить форумы и дискуссионные площадки. Разумеется, одними обсуждениями нацпроект в жизни воплотить. Сотрудники министерства утверждают, исполнение указов президента можно увидеть не только на бумаге, но и на практике. Строим школу, открываем школу в Тереньгольском районе. Мы завершаем оснащение школы в Заволжском районе, которая у нас более 1000 мест, и она будет введена в действие 1 сентября текущего года. Мы открываем 42 точки роста для детей, которые позволят проводить уроки технологии. Обеспечить бесплатное питание для младшеклассников, поднять зарплату учителям на 5000 рублей. Быстрые и эффективные способы воплощения этих идей обсудят на круглых столах тематической недели. 178 мероприятий будут направлены на улучшение обстановки в региональной сфере образования. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.